Hello, my friend. How are you? Very good. Я английском, я, короче, по-английскому не шпрехаю особо. Не шпрехаю. Короче, по-английски и по-немецки я не разговариваю. Хороший ББ. Ага, отлично. Спасибо, ББ. ББ. Что такое ББ? Хороших бобов, наверное. Тут же все про бобы. Тут он вечно мне выскакивает. Выполнено задание за бобы и бутерброд. Ой, я бы сейчас, конечно, съела с бутербродом. Слава. Прикольно, конечно. Сообщение, перевод интересный. Вот, слушай. Слава, позволь мне увидеть твой бампер. Я вообще поражаюсь. Это что, Google Translate? Какой бампер? Просто капец. Нет слов. Бампер ему покажу. Бампер. У меня на телефоне, кстати, бампер. Прозрачный, ничего интересного. Бутерброда. Спасибо, но у меня просто его нет. Да, и в принципе, рановато еще только 10:30. Обед в час. Так что, понимаешь, еще дофига времени ждать. Надо еще с аллергией вопросики тоже. Мне надоела уже эта аллергия, на самом деле. Это вот после прививки одной, тем известной. Особенно, думаю, человек знает, о чем я говорю, про какую прививку. Вот. Это не на жасмин. Нет, 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 нет. Чтоб ты понимал, у меня дома собака, и на него нету аллергии. У меня аллергия только на лаванду. Это я уже проверила. Купила, короче, себе охеренно дорогой крем с лавандой. Намазала им руки. Легла спать. А утром я проснулась такая красавица. Не передать словами. У меня глаз вот щелочком. Даже еще меньше. И глаза были размером, не знаю, со сливу, наверное. Помимо этого, я еще была вся в огромных красных пятнах, все чесалось. Да, и шея стала вот такая. Прям такая вот шея. Переходящая в плечи. Поэтому да, теперь я с лавандой ничего не беру. Хотя недавно на дне рождения я была, и там был торт с лавандовыми коржами. Это было восхитительно вкусно. Просто какой-то шедевр. Но из аллергии я попробовала малюсенькую лупку. Нет, 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 это не только крем, это конкретно лаванда, потому что потом еще брала себе с лавандой эфирное масло лаванды. Вот, в капсуле сюда, и у меня аллергия. Hello from USA. Hello. Всем присоединяется. Hello тоже. How are you? Спасибо, что подписываетесь. Вот. Зачем подписываются люди, которые не русские? Не алё, не по-русски, короче, я не алё.
Thank you. The beautiful. Ой, и за шоколадки спасибо. Огромное спасибо Маматву. Сердечко. Обожаю шоколадки. Чего там? Какая женщина рукой? С ногой или с рыбой? Ну ладно. Спасибо, что подписались. Мама то. Купальники. Вот, кстати, да, в этом году надо купить новый купальник. Потому что лето, надо куда-то ходить, съездить. А то уже давно никуда не ездят. Летом отпуск не дают. Господи, да хватит уже мне эти купальники стать. На море, к сожалению, не поеду. У меня в этом году большие планы на лето. И это не море, к сожалению. В следующем году поеду, я надеюсь. Получится. Какие такие? А вот такие. Тебе все расскажу. Переезжаю я. Смена места жительства, работы и вообще изменения кардинальные просто. Да хватит мне спамить эти купальники грёбаные. Да я куплю купальник. Хватит уже, я вспомнила. Спасибо. Расскажи, куда переезжаешь? В другой город. Логично же, да? Не в страну, нет, в стране я остаюсь в этой. Мне нравится Беларусь. Нет, я не знаю, где ты живешь, но и к тебе я точно не поеду. Нет, не в Могилев, нет. Могилев, это где? А, Могилев, не. Точно нет. Была проездом, но в самом городе. Где Могилев? Я реально что-то так затупила, а потом вспомнила. Пригласите фанатов посмотреть ваш трасс. Ничего себе, фанаты приглашаю. Сомневаюсь, что у меня есть. Капец, у меня 83. Нет, да хватит издеваться, а. Ничего, я не такая уж и... Алло. Чтобы не знать, где Могилев. Тем более в своей стране. Может быть, каких-то там маленьких городов не знаю, но залиться меня знаю. Ой. Реснички эти, елки-палки. Чуть-чуть сплотнешь, и все. Вообще спать хочу. Сегодня спала только 3 часа. Ну, это же вообще издевательство, я так считаю. Не, я на работе не плю. Блюжу закон и порядок. Я закрыта и так. Не, у нас кушетка неудобная, скрипучая. Да, неудобно. Но уже, по крайней мере, хотя бы мягкую поставили.